Подарки для всех. В посылках было много полезного и вкусного. С небольшим опозданием всей души хочет хозяйка сельского мини-приюта Людмила Чернецкая поблагодарить Елену и Людмилу за посылочки. А на днях мы получили чудесные подарки для нашего приюта. Лечебный корм для наших больных котеек, подгузники, пеленки для инвалидов, посуда, постельное белье. А также были подарочки не только для наших хвостиков, красивейшие обновки для внучечки Лизы-волонтера и много всего разного нужного, вкусного для всех. Дорогие Елена и Людмила, от всего сердца огромное вам спасибо за то, что вы нас не забываете. Спасибо всем, в принципе, кто не забывает нас и отправляет посылочки до сих пор. Спасибо за вашу помощь, поддержку, подарки и такие чудесные посылочки.